Как узнать истинный масштаб человека, понять, что это вообще за человек? Нужно посмотреть на след, который он оставляет. Сегодня, благодаря социальным сетям, очень хорошо это видно. Достаточно зайти в любую социальную сеть и зарегистрировать человека, посмотреть, что он постит, увидеть его информационный след и, собственно, сделать какие-то предварительные выводы о человеке. Но это видео не об этом. Я хотел рассказать, почему я снимаю до и после. Вот мысль какая. Бывают, в общем, такие стены у людей, в общем, чистые. Непонятно, что за тобой человек. То ли такой кристально чистый, что он скрывает, непонятно. И вот почему я делаю до и после. Да? То есть, если посмотреть сейчас на это пространство, может быть, оно всегда было таким чистым, да? И только в сравнении с предыдущим видео можно узнать, да, какие оно было грязное, каким оно чистым стало. То есть, еще один момент, почему я делаю фотки до и после. Я хочу показать, то есть это посыл, что как человек может измениться, да? То есть, допустим, сегодня человек придерживается определенных взглядов, да? Но он прозрел, да? И вдруг стал другим, да? Более чистым. И тогда, когда у нас есть вот эта история, в виде даже у вас и ленты ВКонтакте, да, то есть мы можем запечатлеть этот момент, и, соответственно, тем более ценен будет этот человек, да, что мы будем видеть, вот он был так до, и вот каким он стал после, да, какой путь он прошел, да, какой он молодец. Так что, ребята, никогда не поздно становиться чистыми, делать что-то хорошее. Самый лучший день, чтобы начать это сегодня. Вот на моем примере, давно уже хожу вот здесь, всегда мне не доходили руки, все время хотел, то перчаток нет, то типа слишком народу много, вот, а сегодня просто взял и сделал. И вот хочу поделиться своим ощущением, когда убираюсь, знаете, то есть такая благодать находит. А почему такое? Потому что я точно знаю, что я делаю правильные вещи, что это хорошо, хорошо не только для меня. Вот. Значит, всем вам желаю когда-нибудь испытать это ощущение. Благодарю за внимание. Хорошего дня.